Так, Shelter War. О, смотри. Клизму вставь, видимо. Глаза на выкате. Так, эй, что случилось с убежищем? Нас ограбили, где смотритель и другие жители. Так, я решил, чтобы было невежливо идти не попрощаться, забрал твою тачку, всю ценную, что еще оставалось в этой дыре, которую вы зовете убежищем. Смета, да-да. Даже не думайте за мной гнаться, робот-помощник, восстановление после экстренного отключения, внимание, убежище осталось без смотрителя, инициирую разморозку нового избранного. Так, эй, капитан, как тебя там? Чини штаб, нужно собрать полный отряд, чтобы отправить погони за нигром. Чини штаб. Так. А где тут общие ресурсы показаны? Справа по технологии позволит ускорять строительство и улучшение комнат. Так что ж, мы ждем быстрее, собери в штабе отряд. Отлично, но с голыми руками. Наши бойцы не справятся даже с личинками мута скорпионов. Пора выдать им броню и оружие. Что это за панк-то такой? Стрижку нормальную можно было хотя бы сделать? Теперь мы готовы преследовать. Что забавно. Нет, такой стиль игр мне вообще нравится. Довольно-таки прикольно. Но я помню, в одиночке играл. Правда, забыл, что это за игра. Я не помню, я обзор так на нее вроде не сделал. Так. Ох ты, как тут интересно. Так, коллайдер. А, значит, вот так вот будем шагать. Давай посмотрим на боевочку, мне интересно. Как она здесь будет. По идее, это 2D игра, боевка тоже будет 2D. Но, в принципе, это не сильно важно. Главное, чтобы она хотя бы была, ну... А, даже вот так. Прикольно, слушай. Не ожидал, что тут будет 3D боевка. Да, народ, это называется 3D. Кстати, некоторые, как ни странно, еще не понимают, что такое 3D, что такое 2D. Ну, хотя да, спутать можно. 2D это две плоскости, из Y. 3D это три плоскости, X, Y и Z. Кому непонятно, то есть. И 4 плоскости, это, собственно, космос, который это вверх, вниз, можно куда угодно летать. Ну, как сказать, летать, перемещаться. Это долго довольно-таки, зараза. Так, избранный нашим бойцам удалось спасти из плена новых рабов. Поправка потенциальных работников. Внимание, водоснабжение убежища недостаточно для принятия новых жителей. Построить дополнительный фильтр воды. Чтобы ускорить строительство. Фильтр для воды построен. Отправь от нового жителя комнату фильтрации воды. Выбери второго возле ворот убежища, перед комнату ферма. Работоспособность убежища остановлена, теперь вы можете, и вы там не забыли, что нас обнесли, я хочу влазить в дорогу. Так, лады. Блин, ну придется пока так пошукать. Ну слушай, прикольная такая игрушечка, это не считать того, что она как бы 2D, но в боевка 3D это прикольно, нечего сказать. Так, бой. Да, они атакуют хоть в принципе и сами, но... Посмотри, обрати внимание на стилистику, игры, довольно-таки неплохо сделано. То есть вот такие игры, они в нюансах познаются, помимо всего прочего. Но, правда, я бы не сказал, что то, что пули через него пролетают, это типа хорошо. Ну ладно, в принципе. И так сойдет. Грузись давай. Так, наши бойцы, хорошо. Чем мы тут откроем? А, так это ящик такой, что, господи, помимо. Ну и шипованный ящик. Какой-то панк-рок стиль прям.
Ящики нашлось оружие, которое превосходит наши образцы. Экипируйте бойца, чтобы его усилить. Так, достигла предельного уровня развития, чтобы продолжить улучшение, необходим центр управления улучшить. Да. Вот только вопрос, это игра онлайн или нет? Вот это вот, конечно, вопрос волнует. Ладно, я сделаю первый взгляд пока что тогда. Отлично, теперь управление версии полностью в ваших руках. Не забудьте проверить журнал, забрать награду. Да, я понял. Вот вопрос только реально. Если здесь... А, ну, раз ограбили, нет, значит она онлайн по-любому. Вообще-то мне не нравится, знаешь, вот игры, которые не сеть связаны. Ну, без интернета они не запускаются. Да ты что? Да, вот серьезно, мне такие игры бесят. Я пару игр скачал, их даже осматривать не хочу. То есть бред какой-то. То есть игра, в принципе, вроде как нормальная. В итоге выходит то, что она псевдо-онлайн. Онлайн заключается только в том, что ей, видите ли, нужно... А, так мы тут еду собираем. И как интересно. Прямо увеличить добычу на 20%. Ага. О, изменилось немного. Так, хранилище провианта. Для улучшения необходим уровень центра управления. Ух, на себя, что такое? А, это у нас лифты. Так, а мы здесь далеко можем вообще распространяться так-то? Походу, дело не очень. А может, потом будет расширяться? А, ну, я уже похожее, да, видел какую-то похожую игру. Так, здесь мы можем улучшить. Да, вот чтобы это правда улучшить. Роботов, стоп. А, роботы это у нас строители являются, я понял. Так, в магазине мы что можем купить? Во-первых, резервуар. Ну, нет, вот лучше здесь поставим тогда резервуар. В принципе, у меня есть еще какой-нибудь тут чертяк. А у этого что-то настроения нету. Хотя я что-то не совсем понял. Мы настроение повышаем или чегось? Так, понятно. Консервы это хапчик. В принципе, логично, забираем награду. О, бронька новая. Может, получше будет. Лучший центр. Давай посмотрим. Вообще, я его могу улучшить, потому что мне ресурсов не хватало последний раз. Конечно, нет. Гениально. Где эти 10 тысяч ресурсов надо было? Да, купить за 9 монет, которых у меня вообще мало монет. Не очень горю желанием. Так, ну что я могу сказать? То есть мне тут надо как-то будет выпендриваться. Ферма необходим. Третий уровень центра управления. Давай-ка по карте посмотрим. Ой, да завяньте вы. Поправка. Куча агрессивного невооруженного отребья. Да, конечно. Вообще-то мы здесь такие же, в принципе-то, если так уж подумать. Так. А, так смотри, тут добыча воды. Опаньки. Это неожиданно. То есть вот в чем прикол. О, вот это вот я не ожидал такого. Вот эта тема. Так, а ты у нас что? Фермер. Ха! Слушай, я думал, это броню нам новую подогнали. А нас, оказывается, здесь немножко по-другому все. Забавно, слушай. Так, хорошо. Насчет еды, конечно, 1900 это мало. Тренировка. Полигон. Полигон.
Где он его предлагает построить? Здесь что? Не, ну полигон, в принципе, не помешало бы здесь сделать. Так, у нас пока... лестницу. Ну да. Посмотрим, может мы сможем это все расширить. Мне это даже интересно стало. Какую-то игру я начинал играть, она была похожая, но она у меня потом запоролась. Аккаунт ёкнулся. Так, рекламный, да? Ну давай немножко рекламы я потыблю. Так, я тут немножечко занялся всякой разной ерундой. Давай-ка, прокатил, короче, 2 до 8 уровня героев наших. Давай-ка тут прогуляемся далее. Так, еда, сундучок, неплохо. Ну, еды надо, правда, очень много. Блин, тут даже как-то плохо представляю, как мы будем надыбывать. Да, тут можно даже повращать. О-о-о-о-о, такой вид мне больше нравится. А, только с премиумом можно. Хе-хе-хе-хе. Слушай, зачем я повтор? Так, вот вообще энергия какая-то конечная есть или нет? Вот это вот мне интересно. Настоящий имя Черного Смита Джудас. Да хоть Джудас Прис, нет, чё. Так, где наш запасной автомобиль? Или может нам пешком отправляться в погоню? Подтверждаю предположение, количество доступных автомобилей на ходу. 0 штук. Просто приказ, не забудь еще вооружить бойцов консервными ножами. Жестянка, тогда нам точно каюк. Так, ну ладно, нам дальше надо чесать. Вариантов, мягко сказать, пока нету. Можем проходить одну и ту же миссию? Нет. Любопытно. Бой. Ой, тут скорпиончик уже с ними. Это нехорошо. БР, конечно, в 2 раза меньше моего. Мы одолеваем, но уже, блин, с трудом. Не очень хорошо. Итак, и чё бы нам тут как-то подбодриться? Бросьте ваши попытки за мной угнаться. Да. Серьезно, вау, может попробовать им уровень поднять хоть немного. Но там правда новая бронька будет. Так, справляемся, кстати, 1700. Новая бронька, этому надо сразу давать. Дроном еще, блин, вообще обалдевшее чудо. Ну хотя бы тут по премиуму мне слишком много дают, не 2x, не 3x, а так 10% плюс, но это нормально, сразу могу сказать. Да. В комнате, блин, у меня уже 40 градусов, классно. Пуф, это не так, которого надо опасаться. Так, справка логового чака находится за пределами нашего маршрута. Все, будете передвигаться медленно, не шуметь. Кому интересно, ладно, включать не буду. Мне приходится включать параметры контроля температуры, чтобы у меня не перегорело ничего.
даже СНД я с ним буду запустить. Так, не забираюсь. Как раз кого-то там таракана с крышнями отряд, оружие к бою. Так, слушай, знаешь, ты, подруга, иди-ка ты за своим оружием к бою куда-то подальше. Так, что такое еще? Пятый пока что, это мало как-то. Так, 3000. Ну, все равно придется свою жопу пачку туда дербанить. Так, нам надо тебе броньку. Броня 5, здоровье в плюс. Ну, это понятно все. Вот и подруге подойдет эта броня. Или она одинаковая? А, ну она получше. А, комплект не тот. Но надеть-то можем? Можем. Она что, какой-то бонус дает? А, все. У нее урон, бонус к урону. Понял. Так, там никого нету? Блин, а где все желающие? Эй, народ, вы где? Блин. Три сундучка можем открыть. В принципе, неплохо, я могу сказать. Так, давай-ка посмотрим, чем мы можем тут обновить, пока я не сплавился мозг нафиг. Ну, это у нас вряд ли будет лучше. Так, вот здесь, скорее всего. Так, урон получше. Надеть. Давай. Чего-чего-чего, гидролог? Господь помил. 34-45 у меня там получше будет. Это у нас что? Добыча провианта улучшается. Хорошо. Так, иди-ка сюда, друган. Будь у нас чисто по провианту. Добыча воды. Это не надо. Здесь тоже ничего не надо. В смысле воды. Можем, в принципе, разобрать. Сразу. Ладно, я понял. Свинство. Ничего не поделаешь. Уровнем можем это все качнуть. Вот это вот интересно. Ну, поехали опять. Так, босс. Ваш отряд. Сила врага. По идее, должны справиться. Ну-ка. Ныряем к нему, посмотрим. Рейдеры из команды ставили, любит машины. ДТП. Вот, твою налево. Чак-чак. А, я думал, они про какого-то человека, блин, говорили. Ну уж точно не про гигантского скорпиона в же доспехах ядрить напополам. Еще и с гранатометом подствольным, хреначит на него. Мило. Можно там сразу как бы выходить на следующую кампанию. Зачем мне в убежище-то было бежать? Сейчас надо проверить, кстати. Агами. Любопытно. Так, наши бойцы захватили странный ящик. Судя по электронным запустам, он откроется завтра. Не забудь вернуться, поглядеть, что там внутри. 7 часов. Можем сразу открыть. Ну, я понял. Завтра. Сегодня, может, и успею, может, и нет. Да что ты там мне? Ящик с таймером. Спать он не откроется потом? Это будет вверх идиотизма. Так, вы сломали нашего чак-чака, захватили мой схрон и продолжаете шастать по моей пустыне. Не крысы. Когда я вас поймаю, вы познаете весь ужас моего гнева. Это еще что за фрик? По сравнению с ним... Смита еще можно спутать с нормальным. Возможно, два человечка перепадут. Это бы мне не помешало очень сильно. Мне народу крайне не хватает пока что. Ого! Все, как они скорпионов приручили, мне интересно.
Ого. Ну слушай, пока справляемся, но этого маловато. Так, ладно, в убежище. Мне нужны солдаты. Так, мне нужен какой-нибудь хиллер. Любому. Там два человека должны достаться мне было, но... Сейчас тогда отправим одного на тренировку. Так, Смит, прием. Ты ведь понимаешь, что мы... Понимаешь, что чем дольше я остаюсь без своей тачки, тем злее буду, когда тебя поймаю. Тебе меня не догнать. Жестянка, найди справки в этом Франции. Туда. Так. Управление обоих питомца. Ну, по идее, нам нужно оперативный штаб кого-то засунуть. Я понял. Так. Ты у нас... Поселение. Так, ну если пример, мы тебе дадим автомат. Хотя лучше давай вторую девушку возьмем. Не, ну я понимаю. А, нужен седьмой снайпер, а... Она кто? Ладно, давай-ка я пока временно... А как мне отдалить? Это был вопрос. А, вот. Да, девонька, у нас один милишник есть. В принципе, я бы хотел что-то поинтересней. Здесь у нас вообще что такое? Тренировка. Так, ладно, пусть это тренируется. Сейчас, ну, сколько там времени, ускочим на паузу. Я к вам вернусь уже, когда там потренируется до уровня 8. Там примерно 10 минут надо. Так, ну что ж, времени довольно много уже прошло. Давай посмотрим, что у нас тут. Так, хочу напомнить, что Смит все еще на свободе. Да блин, без тебя я это знаю. Какой там уровень? Почему до второго только? Вообще издеваешься? И они качаются только когда я в игре, что ли? Серьезно? И по всему. Ну, вообще не качается. Почему? Погоди, то есть они реально сейчас качаются, как... Ой-ой-ой, как все плохо-то. Мне надо будет ждать именно в игре, находясь. Вот это вот паршиво. Да мягко сказать, паршиво. Я-то могу по-другому кое-как подыграть. Но не скажу, что мне это нравится. Ладно, еще раз уйду на паузу, тут уж потусуюсь.
Так, значит, тренинг производится только онлайн, но не офлайн. Это с одной стороны любопытно, я-то смогу с этим как-то побороться. Мне не проблема, но для остальных народов это может быть реально проблемой. Так. А, еще не закончил тренировку, хотите? А, нет. Сколько там тренировка-то еще идет? 8 секунд. До 10 уровня максимум можем окачнуть. Это так как-то грустно. Ну, вот иди тренируйся. А, у него же одна тренировка, потом надо будет снимать это все. Ну ладно, по крайней мере у нас хотя бы есть еще один боец, который может нам немножечко помочь. И как раз посмотрим, там один уровень будет или несколько. Я думаю, это несколько уровней, по идее, должно быть. Но, в принципе, если игра западлянка такая в легкой степени, конечно, этого не будет. Okay. Вот мне не нравится. Без милишника толку от этих двух стрелков, мягко сказать, мало. У них нет нормальной защиты. Если до них добрался бы Скорпион, это был бы капец. Так. Опа. Так, 135. 132. Иди пока там тусуй. У нас один боец сделался. Придется его использовать, что я могу сказать. Это, конечно, паршивенько, но тоже ничего не сделаешь. Но еду здесь копить ужасно долго. Так. Ну и что придумать бы? Единственное, что можно придумать, но еще отправить опять их в бой. Это уже будет очень напряжно, но еды зато много дают. Только из-за этого я, блин, еду, это плохо. События? Одолеем или нет? По идее, справимся. Правда, не уверен. С этим справимся хорошо, но все равно. Да, с едой здесь надо быть как-то, блин. Так, ежедневные задания, давай хоть посмотрим. Так, что там с аккумулятором? Я расслышал тебя. Черт, забыл спросить, старый звонок, скоро буду. Повелитель пустыни, конец связи. А, да, ах ты, ё-моё, это понял все. Так, мне от этого, правда, пока не холодно, не жарко, как сказать. Жарко-то жарко, но в игре не холодно, не жарко от этого всего идиотизма. Давай открываем тогда. Да. Так, можем ему хотя бы чуть получше дать, лучшее, да?
Насколько лучше? Ну, надеюсь, подойдет хорошо. А, ну неплохо лучше, я так сказать могу. Так, и у нас тут... А, это мы только бойцов просматриваем. Все, понял. Это мы просматриваем только бойцов. Забрать награду. Вообще никак. А вот девоньку мы бы переодели, конечно. Вот, наверное, вот это надо приодеть. Париться тоже пока не вариант, да? Четвертый левел у этого долбодятлика. Так, полигон, куда мы есть, пора отправить туда мы наших саутов. Чего? А там кто? Не совсем я понял юмора, ну ладно. Там вроде не так есть. Так, здесь у нас что? Здесь у нас бой с боссом. Так. А, вселение у Львима. Да, потом, конечно, все проверим. Так, ну у него броня получше, в принципе... Должны. Так, второго ушатаем. Даже на этого немножко останется. Это хорошо. О! Нормально. То есть опять выйти на глобальную карту я не могу, мне сразу надо бежать в убежище. Но это немного странное управление, кстати говоря. Ну, такое себе, если честно. Так, мне кажется, мы сбились с маршрута. Жестянка, проверь наши координаты. Проверь, маршрут построен верно. Я еще не ослепла. Сначала солнце было справа, теперь слева. Поправка. Вот вниз данного маршрута из-за ошибки модуля навигации данные обновлены. Придерживайтесь нового курса, чертова работа и личная техника. Можно мне как-то это объявление куда-то засунуть подальше? Нет, не себе. Так, полигон. Поем там. В принципе, для меня это сейчас не очень значимо. Еду надо нашкрябать каким-то, блин, макаром непонятным. Немного, правда, осталось. Десятый снайпер нужен. Физический урон плюс. Ну это хорошо. Так, мы хорошую броньку сейчас нацепили. Давай-ка еще раз бегаем. Повоюем здесь. Ну, в принципе, у нас сила равная. Так что можно. Как раз еду надыбаем. Ну да, и первый взгляд на это смогу закончить. В принципе, хватает. Я тут и так уже 2 часа варюсь. Да, наверное, первый взгляд, либо час, но я стараюсь сократить на получаса. Часовые, к сожалению, видео мало кто смотрит. Хотя, может, сделаю час, черт его знает, посмотрим еще, как у меня тут состояние, нестояние.
после великого катаклизма живых осталось только 3% населения планеты Земля. Так, вы называете себя стаи, мои бойцы. Вы не в состоянии даже справиться с парой крыс, вылетевших из вонючего убежища. Смени название банды на неумелые неудачники. Тогда тебе будет не в чем их упрекнуть, точнее. Беру твой язык, земляная белка. Да, какой добрый дядька. Да блин. Так, ну дальше, чтобы нам пройти, нам надо будет прокачать наших парней. Но для начала нам нужно улучшить вот эту вот хренотень. 10 минут. Столько стоит зараза еды. О, блин, она еще и бесплатно ускоряет. Ты прикалываешься? Вот, блин, отстой. Ладно, 1000 еды хотя бы дали. Что мы можем здесь, во-первых, в первую очередь улучшить? Ну, жратву. Что еще можно улучшить-то? Ага, 3500, ну, какая прелесть. Кто бы сомневался, что так это все просто не кончится. И что за ежедневные задания? Я никак не могу въехать, где они вообще тут расположены. Так, ну, во-первых, ферма. Ферму лучше располагать одну к одному. Я так думаю. У нас одна там не качается, подруга. Я вообще-то бы хотел ее поиспользовать как военную силу. Ладно, пусть она там в центре пока бегает управление. А, так тут автоматически так все производится, в принципе. Они только ускорение делают. Понял. А, то есть, да, две фермы рядом увеличивают производство еды. Слушай, где-то я такое уже видел. Блин, вот какую игру вспомнить бы. Ой. Вот сейчас фиг вспомню. Так, забрать. Здесь у нас еще мы можем построить фильтр воды. Но он, в принципе-то, и не нужен. А, вот как они объединяются. Слева направо. Ладно, редактировать убежище тогда. Ты тогда идешь вот сюда. А давай тогда сверху будет вода, снизу будет еда. Резервуар ставим. Ферма воды раз. Почему я не могу объединить их? Я что-то не понял. Не совсем понял, вот сейчас точно реально. Так, полигон у нас будет вообще-то здесь. Холодильник. Ну, я предположу, что его куда-то сюда надо откнуть. А почему я не могу вот эти вот хрени объединить?
Может, уровень не вышел? Я вот что-то сейчас не пойму. Так. Еще раз, короче, редактируем. Так, кстати говоря. Ты сюда. Вы вдвоем туда. Пока мы занимаемся редактированием. Так, уровень один. А, уровень, понятно все. Все, надо, чтобы уровень просто был одинаковый. Доперло. Так, ну. Все, надо редактировать. Как ни крути. Так, ну ладно, резервуар воды, как раз рядом фермочка будет, объединяем. Полигон мы сюда ставим. Морозильник вот сюда запихиваем. Значит, что потом, они, по идее, 3 на 3 будут эти вот приборчики, мы вот сюда морозильник перенесем, чтобы было более-менее удобно. Да твою ж налево, как мне это заеб... Ой, блин, раздражает уже, слушай. Так, берем редактировать убежище. Вот, старый редактир. Вот, применить. Уже попроще стало. Ты что, у нас уже на максималке, что ли, дядька? Ходишь там. А, да, максималка. Хорошо. Так, тебе там сколько тренироваться еще? 27 секунд, да? Подождем ее, дотренируем уж. Так, поддержка, что у нас тут есть? Айди. Почитать я что не могу, что это такое, да? Какая гениальная идея. Так, хорошо, мы сейчас тогда и прицел сразу воткнем в одно место, чтобы оно лучше смотрело. Так, вот ежедневные задания. Ну, я понял. Так это просто не будет. Обидно. Так, ну чтобы нам улучшить наш оперативный штаб, нужно 3000. Чтобы добавить себе, сделать 3000, нужно, блин, опять на миссии эти горцевать. Ладно. 2700, 2700. В принципе, мы пока идем с ними именно впритык. Но надолго ли это? Сомневаюсь. А это решил серию. Ну ладно. Поменьше сделать. Сделал. В таких играх иногда стройка это часов так 10-50 к ряду может быть. Кому интересно. Особенно расфасовывание комнаты убежишь. Бойтесь промахнуться. Так, может, одну бабенцу нам сразу перейдить? Так, и местная тут наткнулась. Так. Никого там новеньких нету. Скотина. Чё ты от меня, блин, хочешь? Ну и что это?
Нет, но мне это больше всего нравится. Это мы должны пойти повоевать с людьми, да? Ну, пошли попробуем повоевать, правда. На начальных этапах у нас будут абсолютно одинаковые войска. И что кто-то победит, я что-то как-то, блин, буду сомневаться до упора. Ну да, он посильнее меня. Единственное но. Ну, и о чем разговор? Какой бы идиот в этом сомневался? У меня вопрос такой. На кой черт мне пихать в эту хренотень? Ой, дебилизм. Верх тупизма. Поздравляю. Ну, спасибо, что показали, что здесь есть хотя бы ПВП, так называемое. Правда, в самом начале ПВП это настолько бред силы кобыл, насколько только может быть. Да пошла ты нахрен. Такой дебилизм мне вообще никак не нравится. В игре пытаюсь разобраться, она тут мне... Смотрите, какая я умная дура. Так, 3000, открываем давай сундучок. Конечно, мы не дотянем, кто бы сомневался, но хотя, может, здесь мы сейчас что-нибудь Что мы можем здесь приободрить? Правильно. Ничего. Попарованно это хорошо, но нам сначала бы с Смитом разобраться. Чем он хорош? Я вот вообще не пойму. Мне в этих играх, где такое вот стрёмное ПВП, вот это вот раздражает, когда тебя вначале не просят, не предлагают, а бляха-муха требует, чтобы ты шёл на ПВП. Особенно у SK Heroes, потом обзор буду делать, там, конечно, тоже бесячи. Иди одоли противника, у тебя там 20 тысяч БР, у них 40 тысяч, они одним спецударом, у тебя там все 4 корабля сшибают, но ты должен их одолеть, а как же? Разбегаю в телегу прям. Не, не вариант, это я не одолею, надо народ сидеть, ждать, копить ресы. Кто бы сомневался. Ну, наверное, любой, кроме меня. Так. Как мне тут вопрос добыть еду? Просто тупо ждать? Даже не знаю. Даже не знаю пока. Вот у нас есть карта. Она довольно-таки большая, насколько я вижу. Здесь можно будет поиграть более-менее по-нормальному, но интересно, насколько это все закончится. Так, ну, в принципе, попытаться подождать. Так, ладно, тогда мужика переодеваем. Добычу провианта. Тут без вариантов. И здесь кто-нибудь вообще ответит на этот вопрос? Мне просто очень интересно. Ладно, тебе, девонька. Надеваем глаз на жо... ладно. Натягиваем. Здесь у нас нет людей, это мне не нравится. Раньше хотя бы кто-то прибегал. Я какую-то игру похожую играл, но там хотя бы у меня всегда были желающие ко мне там занчориться. А здесь как-то ни ответа, ни привета. 4-й уровень. Давай туда направим. Тоже тренируется.
828. Улучшение сколько тут по времени? Чтобы до троих дойти хотя бы. 10 минут. Ну тогда я уйду на паузу и вернусь к вам, когда мы надыбаем еды. И улучшим вот эту хренотень. По-другому не получится. Первую главу пройду. Так, а вот в принципе то, что и надо. Новый житель, инженер. Это понятно, что его штаб, блин. А я вообще-то планировал пока девоньку засунуть. Начнем сюда. А этого долбодятлика... Так, это у нас инженер, да? Я вообще не понял ничего. Уровень-то не... А, так у него 10 уровень сразу. Ух ты, ё. Ладно, так-то никаких проблем. Так, иди кашеварить. А, здесь у нас тогда пошли дальше. Теперь поведемся тремя с инженерами, плюс добавок к 10 уровню. Ну, посмотрим, что он себя представляет. В принципе, сколько здесь народа? 5 человек можно, да? Это интереснее уже будет. Ну, ни хрена у нас тут боевая мощь повысилась. Не, ну это перебор, мы сейчас полегку это все сделаем. Сможем даже с кем-то повоевать на арене. Да-да-да-да-да. Опять в убежище. Насчет повтора, правда, не совсем понимаю. Это повтор типа записи или чего? Кстати, кто в курсе, напишите, хотя я потом сам разберусь, но все равно. Скорее всего, забуду разобраться, что мне еще 6 игр надо. Я бы первым взглядом зазывать. Это небольшая проблемка. Так, смерть, смерть близкая. Я перейду на свои новые тачки. О, как она прекрасна. Если ты попробуешь сесть в мою машину, пустыню, фрик, тебе точно не жить. Внимание, красный уровень угрозы, безумный факт, самый опасный враг из всех, с кем вам приходилось иметь дело. Ты опять смотришь его профиль в соцсетях? Тут они сохранились, хреново. Этот раз вывод сделан на основе данных от инфодронов. Ладно. Так, идем. Сюдась. Больше тут некуда сети. 3500, ну, не такой он сильный будет. Надеюсь, после этой головы... А, ну это босс, короче. Ну, я понял. А, ну смотри, как его подхиливает хорошо. А, вот эта хрень лечит, я понял. Она способна оглушать, типа? Ну, с хиллером 3 это превращается примерно в пятерку. Я понял. Так, ладно, что у нас тут далее? Герой особый, уникальными способностями, обладающий класс бойца. Клево, клево. Дальше-то что? Игра, загрузись! Или Властелин Дорог 3000 найден. Поздравляю, вы служили мои аплодисменты. Награду смотрите вместе. Не забывай вернуть убежище биоматериал. Так, сам ты биомагнестянка, моя тачка цела. Вот, отлично, пора возвращаться домой. Вы опять опоздали. Я хотел выменить ее факсы на детонатор. Скоро вы бы не услышите, неудачник. Справка деятельности, да-да. И очень такой сюжет, конечно, интересный, если честно. Глава завершена, открыть вторую. Так, содержит, так. О, сейчас мы как раз подулучшим некоторые хрени. О, неплохо подулучшим, я тебе скажу. Текс. Вот эту хренотень, во-первых, надо нам улучшить. До какого уровня можем их прокачать? До 15 уже, окей. И жрачку надо нам прокачать. Было бы неплохо, но, к сожалению, мы это сделать не сможем. Ладно, народ, на этом я серию, в принципе, закончу.
Здесь получается вторая глава. Мутанты, мутация, мутанты живут на любой территории. Мутанты, выбесили экспор. Пустыня черепов. Руины отверженных. Ага, любопытненько. Ладно, вот на этом я закончу. В принципе, хотя погоди-ка. А ну-ка давай сразимся на этой арене с кем-то. Попробуем. А, вот 2600. Новичок. Мне нужен 2900. Смотрим, что за магазин. Думаю, надо же посмотреть онлайн-часть, в чем заключается в основном. А ей надо было засунуть двоих на тренировку. Ладно. Это мы быстро сейчас все сделаем. В принципе, посмотрим, что тут в магазине есть. Так, откуда у него этот боец? А это донатерский, скорее всего, да? Да. Почему в убежище? Почему нельзя вернуться на предыдущую локацию? Shelter War, это что, новая игра, что ли? Я понять не могу. Сейчас, кстати говоря, на паузу иду, посмотрю. Да, кстати, игра-то новая. Относительно, правда, новая, но... Странно, что я ее не находил. Так, сколько мы здесь можем биться? Лидеры, бой за воду. А вообще-то, бой за еду есть? Ладно, что тут у нас с магазина? Давай посмотрим. Угу. Понятно, зачем здесь нужна эта арена. В общем-то, будем развлекаться. На этом, народ, я, в принципе, серию закончу. Примерное представление об игре я вам показал. Сам посмотрел. Правда, у меня на это ушло довольно много времени. Посмотрим, сколько еще сегодня смогу выпустить и залить. Всем удачи. Всем пока.